Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать свои ощущения и впечатления о электрогриле Sensor фирмы. Вот, его мы купили где-то месяц-полтора назад. Вот здесь, вот видите, съемные пластины, что это очень удобно и облегчает мытье. Выбирали между сенсором и между фирмой Tefal. Tefal все нас тоже устраивало. Единственное, что нас насторожило, это то, что очень много в отзывах было написано о том, что там быстро портится само покрытие. Вот, и необходимо потом в дальнейшем использовать масло все-таки, потому что начинает перегорать. Мне это вот совсем как бы не понравилось, потому что мне нужен гриль для того, чтобы именно готовить без масла, а-ля ПП, правильное питание и так далее. Вот. И поэтому вот мы выбрали такое, что понадежнее. Это Sensor фирма. Моется, кстати говоря, легче простого. И их еще можно в посудомоечной машине мыть. То есть вообще проблем никаких нет. И готовится все действительно очень быстро. То есть вот приготовление грудки занимает, наверное, минуты 5-7. Вот. А если это жарить на сковородке, это гораздо дольше. А потом еще сковородку гораздо хуже отмыть. Так, уложила я перец, обычный перец, без масла, только подсоленный. Закрываю, нажимаю включить и нажимаю букву М. И окей. Все, теперь мы ждем, как только просигналит, пропикает, я открою. Так, отключаю. Вот такой получился перчик. И обязательно нужно использовать такие вот не повреждающую поверхность прихваточки. Дальше я не мыла эти пластины, а сверху уложила порезанные кабачочки и присоленные, поперченные. Тоже все без масла. Так, все, я отключаю. Оно просигналило. И значит уже готовите. Какие красивые полосочки. Какие-то сверху приклеились, вот какие-то остались снизу. Вот эта кнопка Frozen Food для замороженных продуктов. Вот кнопочка сбоку, которую нужно нажать, чтобы поддон вышел. И мыть нужно только тогда, когда он остынет. Так указано в инструкции. Вот сама инструкция. Интеллектуальный контактный гриль. Ну и для тех, кто умеет и любит читать, здесь все-все-все написано. Как, что, зачем, почему. Я пока мыть не буду, потому что у меня еще чуть-чуть маринуются грибочки, шампиньоны. Еще, наверное, минут 10, и я их тоже отправлю в гриль, а потом я уже его буду мыть. Так, уложила я на гриль грибочки, шампиньоны. Гриль я не мыла, эти пластины, потому что после кабачков смысла нет их мыть. Поэтому я закрываю. Так вот шляпка, ой, не шляпками, а ножками вверх получается. И жду сигнал. Так, прошло 6 минут, был сигнал. И вот они немножко темновато, но тем не менее видно, что уже поджарились. Но я все-таки еще накрою и подожду еще пару минут. И через 2 минуты я их вытащу. 2 минуты прошло. И, блин, мне кажется, они стали вообще крутые. Смотрите, прям такая вкуснотища. Класс. Все, теперь они точно готовы. Я все выключаю. Не помню, говорила я или нет, но если мне нужна такая прям сильно-сильно хорошая прожарка, я все готовлю на режиме М. И так же, как с грибами, если мне нужно, как бы хочется немножко еще добавить времени, добавить прожарочки, я просто оставляю под закрытой крышкой какое-то время. Вот. Или вот, допустим, мясо выбираю, да, чикен, курица. Если мне нужно прям что-то совсем чуть-чуть и легонечко загрилить, я выбираю бургер. На бургере получается такая очень легкая степень зажарки.
Сейчас я вот эти рулетики с начинкой в тонком лаваше немножко загрилю. То есть сейчас там расплавится сыр и появятся такие симпатичные полосочки. Я закрыла крышку, нажимаю включить. Здесь выбираю бургер и окей. И теперь я жду, когда пропикает. Когда она пропикает, значит, все готово. Но я все равно немножко еще оставляю, потом только вытаскиваю. Все, пропикало. Это значит, что готово. Вот так получилось. Все, теперь я все это выключаю, убираю. Вернее, не выключаю, выбираю, а закладываю вторую порцию. Смотрите, какие они классные получаются, такие хрустящие. Смотрите, слышно? Очень-очень-очень аппетитные. На самом деле разлетаются, как горячие пирожки, это правда. Пошла я закладывать вторую порцию.